Sveicināti, mīļie skatītāji! Mēs turpinām mūsu Faculty Paper sarunas ar hokeja komandas Tērete spēlētājiem. Man ir iestājies pavasaris, mēs neesam vienu intervējuši no komandas. Un tāpēc šodien pie mums ciemos ir komandas uzbrucējs Sergejs Jermakovs. Привет, Сергей. Привет, привет. Будем по-русски, так будет проще, удобнее. Расскажи, пожалуйста, как для тебя начался хоккей? Хоккей, наверное, начался для всех одинаково с нашей команды. Детство на льду, на прутке. У брата брал коньки, он покатается, потом я. И вот потихонечку, и так прошу. А в какую-нибудь школу ты ходил или тренировался, может быть? Нет, вообще не ходили, никуда не тренировались, только так вот зимой. Зиму ждешь на озеро и вперед. Я одел, как всегда, первые эти кожаные. И ничего, поехали, все нормально. И то есть хоккей, снова хоккей для тебя появился в 2006 году, да? Или раньше? Не-не, да, в 2006 году как раз. Просто вот начали, когда первый тот на экскурсии тогда появилась. Тогда он и начался, да, вот так. Позвонил друг. Артис позвонил с Виталиком, они пошли первый раз. Сказали, что собираются. И я спросил, можно или нет, и тоже вот приехал. И вот так я остался там. Такая первая. Как начало было легкое, экипировка. Ну, экипировка, я поехал сразу, купил все и все. И забыл. Да, за раз я поехал, купил, я отдал эти деньги, купил и все. И не мучился. И не мучился, да, что там купить. А потом, конечно, там поновее там коньки, поновее там перчатки. Ну и вот так. Но первое поехал, купил за раз и никаких этих. Чтобы не надо было одалживать, одолжи там и шорт, одолжи там мне перчатки на игру. Вот. И все. А как с самим катанием? Начало было. Ну, мне как-то не знаю, как-то у нас получалось нормально. Бывало такие, что и за бортик держится. Ну, так. Ну, скажем, среднем было так. Ну, то есть не падал. Не падал, да. Не падал. То есть какой-то ген, да. Ген есть, но да, да, такие мы. Да. Да, катались. Нормально. Не было такого, что за клюшку держишься. Поднял клюшку и упал. А ты, допустим, помнишь свою первую игру? Ну или первую тренировку. Сейчас так очень смутно я это все помню, конечно, да. Очень смутно так вот помню, что вот пришел, там, знаешь, там только знал вот Артеса и Виталия. А, ну еще такой Воротай, вот такой Одинч был. Да. Больше никого не знал так. И очень смутно, вот как катался, не помню даже. Действительно не помню. Я первую игру не помню, как мы там сыграли. А первый гол может быть? Ну, нет, да? Вообще нет. Как-то это все, знаешь, сначала как-то вспомнилось, эти игры, это все, ты домой приезжаешь, эту игру все время в мыслях перекручиваешь, а как было бы, если бы так. А сейчас это как-то так стало, так. Пришел, сыграл, ушел. Конечно, есть переживания, конечно, такие, что мог забить ему там или еще что-то там. Ну, а как-то все это уже сейчас спокойно стало, нет такого напряжение, как раньше, вот первые игры действительно были. Ждешь игру, там приезжаешь, там чуть не за полтора часа, там сидишь, переодеваешься, что-то там есть такое, на стрессе. Ну, сейчас такого нет, сейчас уже спокойно. Пришел, переоделся, на лед сыграл, все, пошел домой. Опыт пришел. Ну, как сказать, опыт, может быть, просто что... Спокойствие больше, нет такого азарта, вот. Искры в глазах, вот как тот первый, вот этот первый год, когда вот начали играть. Эту игру ждали там просто, это вот, тренировки, игру ждали, так что уже тренировка прошла, уже ждешь следующую тренировку. Сейчас вот такого нет, это уже. Не знаю, может, постарели мы уже, наверное. А что, ну, ничего, а может быть, что-то может подать, оживить и займем? Трудно сказать даже, что это может подать. Иногда вот действительно бывает такое, что вот как бы хочется играть. Где-то тренировки скоришь, игра, а потом как-то опять вот такое становится, что ну не хочется уже. Ну, или не хочется, то всегда хочется. Нет такого вот действительно искры в глазах, чтобы вот просто бегать там. Не знаю, даже трудно сказать, что можно такого, чтобы
опять что-то поддать, чтобы быстро так, как в начале, потому что первые года бегали, играли, носились там. Хоккей был это, короче, ну вообще, вся была одна большая целая, как и только начали играть, наверное. Сейчас как-то все это успокоилось. Стареем. А если сынок там будет тренировать, может дождется? Может быть и дождется, да? Он и сейчас так ходит, тренируется, так я бы тоже с ним там на тренировках все время хожу с ним. Да-да. Подрастающее поколение. Ну, да. Он вот смотрит, как папа играет, так и сам дома носится. Правильно. Правда? В хоккей играют настоящие мужчины? Конечно. Да-да. Следовательно, ты в команде себя чувствуешь достаточно уверенно. Ты, то есть, ну, один из ветеранов команды. Ну да, с самого начала может в команде. То есть, ну, какие в основном костяк. Весь костяк у нас сначала. Это очень, можно сказать, на пальцах можно пересчитать, чтобы к нам кто-то пришел. Так в основном все с самого начала. Команда не поменялась. Хорошо, если, может быть, на 10% она поменялась. Того первого состава, кто там был у нас и кто ушел. Но в любом случае рост качества игры команды он очевиден. Очень, конечно, очень сильно команда выросла, и очень многие все игроки выросли очень сильно и в игре, и в катании. Даже видно невооруженным глазом, что как мы играли первый год, там, не знаю, даже не помню, какое место мы занимали, первое, седьмое, наверное. И как мы сейчас играем, что с нами все команды считаются, прежде чем выйти на лед, что мы не такие среднички, которые нас можно легко обыграть. Ну, об этом так вот. Ну, это достаточно интересно для команды, скажем так, любительского уровня вырастать. Это достаточно интересно, потому что... Ну, любитель скилла, это часто всего, ну, приходят мужики, ну, просто чисто, поиграть. Чисто погонять шайбу, да. Но, допустим, что мне нравится Терве, ты, допустим, в командах высшей лиги, все-таки борьба в высшей лиге, она чувствуется. Конечно. Есть интрига. Ну, да. Понятно, что все хорошо знают, что это любительский спорт. Да, ну и все хотят выиграть. Но все хотят выиграть. Конечно, проигрывать никто не любит. И это придает, по-моему, очень... большой вес для зрителей. Да. И интерес, в том случае, для самих команд, а также для зрителей. Скажи, пожалуйста, а о чем ты думаешь во время игры? Есть ли о чем-то у тебя? Или ты уже все делаешь на автомате? Мне кажется, даже больше, чем на автомате. Даже думаешь очень... Думаешь, наверное, после того, когда сходишь со льда отдохнуть, вот тогда свои мысли там думаешь, вот если бы он пас там отдал, или я отдал пас, или так, или так. Ну а когда выходишь на лед, вообще ничего не видишь. Только думаешь, ага, если там, ну куда уйти вперед или как обыграть, там что-то такое вот думаешь. Ну это там такие мимолетные мысли, и они сразу исчезают и улетучиваются. Буквально секунда и все. Все, ты закончил, там посмотрел, уже устал, пошел, поменялся. Опять и ждешь с момента, когда тебе надо поменять, выбежать на лед и ни о чем не думаешь. Только так. А какие-то выдуманные комбинации, они удаются их реализовать? Очень редко, я думаю, что в нашей лиге, но наша команда не знает, как сказать. У нас много чего не получается, но у нас, наверное, вот этот... хотение выиграть, жажда игры, она поддает нам этот результат. Но вот именно что-то там в зону войти, там большинство там выиграть. Ну вот это вот, не всегда это, конечно, получается. Может быть, мало тренировок, уделяем этому времени на тренировки. Чисто так, пришли, поиграли, отдохнули от работы, от всей суматохи жизни. И пошли по домам, ждешь игру и все. Не всегда, конечно, получается у нас все. Но хочется. Ну, конечно, хочется. Такого человека нету, которого не хочется, чтобы у него все получалось. Это как что-то новое. Ну, да, конечно. Дает, а если оно еще и получается, дает результаты, это вообще вдвойне хорошо. Скажи, пожалуйста, ты смотришь ли, допустим, игры каких-нибудь других лиг? Ну, я КХЛ в основном смотрю.
очень-очень-очень КХЛ я смотрю весь. Иногда бывает, конечно, НХЛ я смотрю. Ну, не всегда, потому что очень поздно и показывают. Так, конечно, я не слежу за этим, там, в интернете, это я так не слежу, но КХЛ я часто смотрю. КХЛ мне больше как-то нравится стиль игры, чем НХЛ все-таки. Ну, европейский. Больше игра, чем силовая борьба. Все-таки вот это мне больше площадка интересно. Площадка, да, площадка побольше, конечно. Особенно на маленькой площадке у нас, то его знает, как ну, у нас да, было. Как у нас было, тоже неизвестно, да. Возможно, для любительской лиги даже, может быть, было бы интереснее. Может быть, да, конечно, интереснее. На маленьком, потому что можно было бы более побегать и, скажем, не столько уделять времени бегу с одного, а комбинации. А есть ли у тебя какая-нибудь любимая команда какая? Нет, мне нравится несколько таких многих команд, которые мне нравятся их стиль игры, конечно. Мне нравится Аквастракта, вот в этом году очень хорошо, вот мне нравится их. И Атлант, конечно, мне тоже нравится, как играет. Ну, конечно, смотрю за Динамо Рига, конечно, но мне не очень нравится, как играет. Мне нравится Белопан, Акбарс, вот очень. Ой, Акбарс очень мне нравится, как играет, конечно, команда. Вот этот костяк уже сколько лет, этот Зарипов, Морозов, так они вообще творят. Ну, Динамо Рига, у них, очевидно, нету той сыгранности. Они, да, нет сыгранности, ну, а есть. Ну, скажем так, не такая комбинационная игра. Ну да. Они... И команда молодая тоже еще. Все-таки Акбарс уже сколько лет, а Динамо Рига тут 4 года получается. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Кто-то болеет за Динамо, кто-то болеет за... Ну, конечно, я все игры смотрю Динамо, в основном все, которые, если показывают по телевизору, за всеми слежу, конечно, играми, но... И тоже переживаю также за ним. Если, конечно, будет играть Акбарс и Динамо Рига, я буду за Динамо Рига даже так. Но если вот играет Акбарс, например, или Тракторы, так отдельно, я за вот такие команды. Ну, так. Ну, надо сказать спасибо Динамо Рига. Хотя бы за то, что они да, тянут конечно. Хоккей. Да. Вообще понятие хоккей в Латвии. Потому что если бы не было Динамо Рига, допустим, был бы только чемпионат Беларуси. Ну да, ну когда этот чемпионат было... Беларуси шел, его и так и не следил за ним, очень мало, наверное, кто следил за ним. Сейчас везде Динамо Рига, все очень сильно, конечно, оно так подняло этот весь хоккей. Интересно, конечно, это все. А не хотелось бы, допустим, пока под первый ты поиграть, допустим, в какой-нибудь другой лиге? С командой ТРФ? Ну, допустим. Ну, допустим, ну хотя бы нахуй. Или же хотеть-то можно. Нет, опять. Гипотетически. Да. Гипотетически, да. Было бы интересно. Конечно, это и сейчас мы уже играем там в Зарпле, мы уже все команды знаем, и нас знают, и мы знаем, как кто играет, и кого что держать, и кто что может там забить, и как сыграть. Конечно, новые команды с новыми игроками. Интересно, конечно, сыграть. Посмотреть на их уровень, как они играют. Очень интересно было. Но опять же. Ну, понятно. Об этом мы умолчим, да, но мы понимаем. Да, о чем идет речь. Хорошо. А есть ли у тебя какой-нибудь хоккеист, который ну, особенно нравится, ну, скажем так, ну, просто нравится, который как пример идет для тебя? К примеру, я никого не ставлю в себе. Вообще никого, ни за кем не стремился. Но... Очень, конечно, мне нравится, как играет с Малкин. Крозный, конечно, тоже очень нравится. Очень много таких хороших игроков есть. А и стариков? Стариков мне нравится вот Озгонч, как он как вот защитник, он очень хорошо играет и видит поле. И вот это вот как он пришел в Динамо, как он дает им. Все-таки видно, что это вожак команды. А так, за кем бы стремиться я. Он такой, я такой. Допустим, ну ты наверняка смотрел игры Рижского Динамо в Советском Союзе. Нет, не я не помню.
Вот, честно говоря, я не помню, чтобы я игры смотрел Лишь свой Динамо в советское время. Я с детства помню вот СССР, как играли. Вот, вот Тихонова я помню вот как сейчас я его помню, что вот тот Советский Союз, СССР играла команда. А вот Динамо Лига Советского времени я не помню, что смотрел. Нет у меня в памяти этого момента, чтобы я смотрел за эту игру. Это был один из, возможно, знаешь почему? Ну, это был один из редких видов спорта, который показывали по телевизору на одном из баптистских центральных каналов. Может быть. Возможно, поэтому. То есть не по первому каналу, конечно. Ну да. Ну, я уже забыл, как его раньше называли. Первый канал он был. Ну да. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к фанам группы, к своей команды? С уважением, конечно. Такое, как на последней игре мы слышали от фанов наших, что они там орали, и что как нас поддерживали, это, конечно, дорогого стоит. Конечно, не у каждого такая есть группа поддержки, как у нас. Это, конечно, очень хорошо. Ну, то есть, лучше с фанатами на трибунах, чем конечно, в интимной обстановочке. Конечно, ты все-таки поднимаешь, изредка поднимаешь голову во время игры, и ты видишь, что люди пришли и болеют за тебя, и переживают очень сильно, что там выиграли или что, или также наши выигрыши и проигрыши переживают и радуются вместе с нами. Всегда после игры, когда игра закончила, мы хлопаем нашим зрителям и фанам, это, конечно, очень радует. Но мы постараемся, чтобы их было больше. Ну, конечно. Потому что, во всяком случае, прийти и попить замечательного напитка от спонсора команды. Конечно. Тем более можно попить в кругу с игроками. После игры. После игры, да. То мы обязательно будем стараться, чтобы их было больше. Ну, вы тоже будете очевидно стараться. Ну, конечно, я и друзей так же самое там приезжают смотреть, и знакомым всем говорю, что приходили. Как могу, всегда там говорю, приходите, у меня там игра или что, идите, посмотрите там. И детей приводите, посмотреть. Так интересно. Ну, естественно, а что, кинотеатров в городе нет? Хотя бы хоккей посмотреть. Да, хотя бы хоккей. Ну, тогда, наверняка, самый простой последний вопрос. Просто потому, что сезон уже как бы заканчивается. Ситуация в таблице более-менее понятна. Хотя еще... Она очень-очень непонятна. Все-таки твой прогноз, какое место займет команда в этом сезоне? Прогноз без всяких обязательств. Всяких обязательств. Мой прогноз, конечно, это должно быть второе место. Потому что Карата мы не догоним никак. Мы должны выигрывать и Митову, и Олэн. Это может быть, не знаю, какой-то, что должно случиться. Мы, конечно, можем и остаться и четвертыми, и третьими. По нашей игре, я думаю, наше второе место это в этом году. Это обязательно мы должны его взять. Если мы не возьмем второе место, то возьмем второе. Возьмем второе, да, и не третье. Вариантов ошибок не остается. Вариантов. Если мы не возьмем второе место, то это наша вина будет, только наша. Что все решится? Вот, ближайшее воскресенье. Приходите, уважаемые фанаты, на игру в это воскресенье. Поддерживайте, и команда будет обязательно выигрывать. Да, будем стараться, конечно. Хорошо, спасибо тебе, Сергей, за интервью. Пожалуйста. До встречи. Пока.